Старые качели. Городскому парку исполнялось 150 лет. И уже за день до этого городской парк было не узнать. Если бы здесь сейчас каким-нибудь чудом оказались бабушка с дедушкой, они бы просто в обморок бы упали. До того все изменилось за один сезон. На месте небольшого озера, по которому дедушка катал бабушку в лодке, стояли подбоченись американские горки со всеми своими блестящими рельсами и разноцветными сиденьями для тех, кто любит взлетать высоко в небо и тут же с радостными криками возвращаться на землю. Поговаривали, что горки эти сделали сами американцы, и что уж кто-кто, а американцы знают толк в таких вещах. Там, где раньше был сверкающий каток, и где дедушка, взяв бабушку за руку, выделывал на льду головокружительные кренделя, а бабушка только ойкала и хваталась за сердце, сейчас располагался автопарк. Выбирай себе любую крохотную машинку и катайся по распростершейся вокруг глянцевой пластиковой поверхности, специально наезжая на другие машинки и заставляя менее опытных водителей истошно визжать. А там, где когда-то стояли узорчатые беседки, и где дедушка, какой бы он ни был строгий, однажды все-таки поцеловал бабушку, заманив ее под одну из узорчатых крыш, теперь располагался павильон страха. Из павильона этого положено было возвращаться с бледными лицами и трясущимися руками, облегченно вздыхая от того, что никому из страшных монстров так и не удалось схватить тебя в темноте за рукав, иначе бы ты точно умер от такой жути. И все это было навехонькое, с иголочки, пахло свежей краской, манило необычными овальными формами и находилось за специальными ленточками, которые сперва еще надо было торжественно перерезать такими огромными праздничными ножницами. И только после начинать развлекаться. Ах, да чего же сильно и здорово развлекаться! Нет, бабушке с дедушкой здесь завтра определенно нечего было бы делать. Единственное в городском парке, что так и оставили нетронутым, были старые качели, кособок отопорчившиеся в самом дальнем углу. Три бревнышка, два по бокам, одно сверху, да лохматая веревка, к концам которой привязана некрасивая деревянная дощечка. Старые качели оставили здесь на память. На память о тех днях, когда сюда еще заходили бабушка с дедушкой. На память о том скучном времени, когда и в помине не было ни американских горок, ни автопарка, ни павильона страха. Не было даже жвачки и кока-колы. Во какое ужасное было это время. Ужаснее не придумаешь. Наверное, тогда все просто умирали с тоски, сказали в полной предпраздничной тишине американские горки. Вообразите себе нудное раскачивание на этих качелях. Метр вверх, метр вниз, метр вверх, метр вниз. И так до бесконечности. Ничего себе острое ощущение. Просто смех, а не острое ощущение, донеслось со стороны автопарка. Наверное, никто и не визжал тогда. Да уж, конечно, подхватил павильон страха. А если и визжал, то уж во всяком случае не трясься. Чего ж трястись-то в метре от земли? Ворвавшийся в городской парк вечерний ветер со свистом пронесся по блестящим рельсам американских горок, потанцевал на глянцевитой поверхности автопарка, заглянул в павильон страха и вылетел оттуда с веселым поухиванием. А потом он от нечего делать тронул старые качели, которые жалобно скрипнули. «Они еще и скрипят!» — с отвращением воскликнули американские горки. «Хорошенькое занятие — качаться взад-вперед под скрип бревен!» «Бесплатное удовольствие!» — усмехнулся павильон страха. Но ничего не поделаешь, тогда еще не знали, что такое настоящие дорогие аттракционы. Ответом на его слова был тоненький скрип старых качелей, такой жалобный, что дорогие аттракционы прохохотали до утра. А наутро в городской парк вбежала веселая орава детей. Дождавшись, пока будут перерезаны все ленточки до одной, орава ринулась в неизвестное. Да чего же весело взлетали дети к небу на американских горках. Да чего громко визжали, сталкиваясь в автопарке с разными машинками. Да чего сильно тряслись, выходя из павильона страха. А потом... Что ж потом? Потом, налетавшись, навизжавшись и натрясшись,
дети собрались в дальнем углу парка у старых качелей и принялись по очереди раскачиваться. Метр вверх, метр вниз. Метр вверх, метр вниз. Под едва слышный скрип бревен. «Идите сюда!» — кричали детям дорогие аттракционы. «На что вам эти старые качели? Они только и делают, что скрипят». «Они не скрипят», — отвечали дети. «Они рассказывают. Надо просто понимать их язык. Скрип-скрип, скрип-поскрип, скрипи-скрипи, скрип-поскрип. Они рассказывают чудесные истории из далекого прошлого. Про небольшое озеро, про сверкающий каток, про узорчатые беседки и даже про то, как однажды дедушка поцеловал бабушку». «Ну, мы тоже умеем рассказывать», — за всех обиделись американские горки. «Мы говорим на языке металла и искр. Мы говорим о прекрасной Америке, о покорении индейцев, об охоте на диких животных в саваннах и прериях. Только вы ведь рассказываете свои истории за деньги. А старые качели бесплатно», — отозвались дети, стараясь не пропустить своей очереди качаться на старых качелях. «Чем же это бесплатные истории лучше, чем истории за деньги?» — недоуменно воскликнули хором американские горки, автопарк и павильон страха. Дети с удивлением посмотрели на дорогие аттракционы и пожали плечами. Еще никто и никогда не задавал им такого вопроса, такого очень и очень странного вопроса. Они не знали на него ответа, но одно они знали точно. Самые лучшие на свете истории – это истории, которые рассказывают бесплатно. Конец.